Привет, малыши! Вы здесь потому, что слышали, что на кукурузном поле динозавр? Будьте осторожны, он очень страшный! Смотрите, след динозавра! Это что, хвост динозавра? Откуда весь этот дым? Бегите, детишки! Скорее уносите ноги! Фу, у вас получилось, друзья! Погодите-ка, а где Чили? Только не говорите мне, что он все еще в лабиринте с динозавром. Скорее, малыши, позовите кого-нибудь на помощь! Супер, грузовик, как хорошо, что ты здесь! Тебе нужно помочь Чили, он потерялся в кукурузном лабиринте. Но будь осторожен, там на поле бродит динозавр! Ага. Отличная мысль, супергрузовик. Лучший способ победить динозавра – стать динозавром самому. А теперь давайте найдем Чили до того, как его обнаружит динозавр. Чили нигде нет. Так мы никого не найдем. Тебе нужно придумать другой план, супергрузовик. У тебя есть идея? Ага. Превосходная мысль. Если у нас будет радар, мы быстро найдем Чили. Уверен, он где-то поблизости. Смотри-ка, радар кого-то засек. Стойте, а что если это динозавр? Он приближается. Что? Эти яйца выглядят знакомыми. Это и есть динозавр. Давайте выбираться отсюда. Супергрузовик, у тебя есть план? Я не могу поверить. Все это время страшным динозавром притворялся Крокомобиль? Эта шутка была совсем не смешная, негодяй Крока. Но я бы не смеялся так сильно. Это будет тебе уроком, не настоящий Дино. Ты потрясающий супергрузовик. Ты сразу понял, что страшный динозавр – это Крокомобиль? Ага. Ты всегда меня удивляешь. А теперь давайте вернем Чили к друзьям. Сюда, супергрузовик. Больше не бойся, Чили. Супергрузовик здесь, чтобы вывести вас из лабиринта. Все верно, малыши. Все это время это был не динозавр, а Крокомобиль. Смотрите, Чили нашел выход. Но где супергрузовик? О, нет. Динозавр все-таки был настоящий. Не беспокойтесь, друзья. Уверен, супергрузовик что-нибудь придумает. Ну ты и шутник, супергрузовик. Видели, малыши? Не было никакого динозавра в лабиринте. Что это было? Ни за что. Не говорите мне, что это за фильм. Карл, я не могу поверить, что тебе удалось снять этот крутой фильм о сумасшедших кокосах. Кому-то нужен наш герой. Быстрее, Карл. Есть проблема с кокосами на пляже. Они начали падать с деревьев. И некоторые из них упали Чеду прямо на голову. Теперь он в ловушке и не может выбраться сам.
Карл, тебе нужно ему помочь. Ага. Супергрузовик, берегись! Кокосы падают повсюду! Супергрузовик, стой! Да-да-да! Если мы хотим спасти Чеда, мы не должны попадать под кокосы. Есть какая-нибудь идея насчет трансформации, чтобы помочь ему? Да! Вперед! Трансформируйся! Грузовик захват! Вот это да! Будет очень круто! Да, молодец, супергрузовик! Будем сбивать эти кокосы с дерева. Вот так. Теперь эта пальма не опасна. Хорошо, давай спасем Чеда. О, нет! Посмотри-ка на этот огромный кокос! Он скоро упадет! Чед, скорее уезжай! О, нет! У него все еще кружится голова! Ребята, вам нужно поторопиться! Быстрее! Супергрузовик, это не сработает! Тебе нужно воспользоваться СТ-3000, чтобы спасти Чеда! Я очень надеюсь, что это сработает. Вот это да! Ты в порядке, Чед? Спасибо тебе, супергрузовик, за спасение Чеда. Ребята, я вижу, вы нашли игру, в которую можно поиграть с кокосами. Фантастика! Супергрузовик, ты герой дня! Увидимся в следующий раз, друзья! Привет, ребята! О, вы празднуете День Святого Патрика! Ты учишь всех ирландским танцам? Как здорово! Ой! Тебе пора, Карл. Бену и Гарри поручили отвезти Кэрри горшочек с золотом и плакат с радугой, чтобы украсить ее ресторан. Она готовит праздничное чаепитие в честь Дня Святого Патрика. Но по пути в ресторан Кэрри... Тебе стоит помочь им.
болен, а? Ого! Ты думаешь, наши друзья стали причиной такой большой пробки? Что будешь делать? Ты что-то придумал, я вижу. Ага. Суперпоезд! А теперь вперед! Какой ты быстрый! Что происходит, супергрузовик? О, нет! Карл! Фух, я так испугался. Куда ты едешь? О, замечательно. Но сейчас у супергрузовика срочный вызов. Спасибо. Увидимся у Кэрри. Какой беспорядок. Ребята, у вас все хорошо? Супер, грузовик, тебе нужно что-то сделать. О, магнит! Конечно! Осторожно, ребята! Фу, было опасно. Вам нужно спешить, друзья. Кэрри, должно быть, уже ждет вас. И тебе пора отправиться в ресторан к Кэрри. Здравствуй, Кэрри. Какая замечательная вечеринка. Отличный способ отблагодарить супергрузовика, друзья. Вот это мастерство, ребята! Кажется, кому-то в городе нужна помощь. Тебе стоит проверить, Карл. Похоже, что Марли устраивает конкурс трюков на празднике спорта. Марли зовет всех жителей автомобильного города посоревноваться с ним в конкурсе трюков. Как думаешь, сможешь поучаствовать тоже? Эй, Марли, кое-кто принял твой вызов. Супергрузовик, ты уверен, что хочешь этого? Супергрузовик, ты что, собираешься отказаться от участия? Точно! Трансформация! Отличная мысль!
Ага. Итак, похоже, участники готовы начать. Что дальше, ребята? Вы проехали по всем рампам? Теперь гонка, да? Три, два, один, вперед! О, нет! Ты в порядке? Точно, нужно что-то, что поможет тебе поставить Марли обратно на колеса. Марли, супергрузовик тебя сейчас перевернет, ладно? Марли настолько тяжелый? Давай же, супергрузовик, ты сможешь! Ага. Угу. Потрясающе! Замечательный трюк, малыш! Марли, ты можешь подъехать и стать прямо перед рампой?